Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмыгля Резидент и Алина's Home Garden. И сегодня 26 мая 2018 год. И репортаж из моей теплицы. Вот такой урожай я сегодня собрала. Полную корзину редиса и лук. Редис не первый раз я собираю. Уже это, наверное, четвертый раз. И сыну в дорогу давала. И так салатика раза три делала. Сын у нас работает на траке. Он тракист, уезжает на целую неделю. В понедельник уезжает и в субботу приезжает. И я ему редиса в дороге дала. И вот у нас еще сколько редиса. Очень густо я его посеяла, надо было немножко пореже. Уж собираю, чтобы освободилось место для огурцов. Огурцы у меня рассадой, они уже большие. И надо уже их посадить в теплице. Я собираю редиску, а ее еще много и много, никак места не сделаю. Вот сегодня вырвала такую полную корзину. И думаю, сейчас сделаю салатик. К салатику сделаю омлетик. Яйца у нас тоже свои, домашние. У нас есть курочки. Так что у нас будет такой завтрак органика. Все с органики. Домашние яйца, домашняя редиска, лучок, укроп, шпинат, салат. Сейчас еще салата нарву, укропчика. Шпинат надо весь вырвать, заморозить. Он уже очень большой. Бархатцы надо посадить в огород. Свеклу тоже. Капуста, брокколи, кейли три вида. Так хорошо уже видно, что она разная. Окра здесь у меня, не знаю, как я ее буду пересаживать, так как я думаю, ее, наверное, все-таки надо было рассадой. Но буду пробовать, она очень похожа на огурцы. И вот такой у меня урожай. Не только цветы я выращиваю, но овощи и ягоды мы тоже выращиваем. У нас клубничка, малина, смородина своя. И сажаем деревья. Тоже яблоки, сливы, груши, черешню. На этом я буду заканчивать свое такое коротенькое видео. Хочу пожелать вам благословений, дорогие друзья, вам всем. Теплого лета, урожайной осени. И мира нашим домам.